Красногорске нашелся подрядчик, который отремонтирует 73 контейнерные площадки для накопления ТКО. Эти работы оцениваются чуть более 8 миллионов 200 тысяч рублей. Заказчик – УЖК ДХТ администрации Орска. Была подана только одна заявка на участие в закупке. Исполнителю необходимо выполнить ремонт до 27 декабря 2023 года. На каких улицах появятся обновленные контейнерные площадки, не уточняется. Каждое место для сбора ТКО необходимо привести в соответствие нормам. Сделать трехстороннее ограждение, твердое покрытие, удобный подъезд.